Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся. А у меня сегодня новый дроп. Значит, это уже третий раунд у них. Что нужно сделать? Так, для того, чтобы иметь право на десантирование, пожалуйста, вы должны выполнить следующие действия. Вы должны поставить «Нравится» на Facebook, это 80 монет. Вы должны присоединиться к нашему телеграм-каналу и чат 100 монет. Ну и сказать что-то хорошее. Там привет. Ну или что-нибудь в этом роде. Вы должны следовать нашим твиттер-сообществам 80 жетонов. Заработать 100 больше жетонов для каждого направления. Для вступления в нашу группу в чате сказать что-то хорошее. И правила, и важная информация. Ваш кошелек должен быть ERC-20 совместимы. Так, наша команда будет проверять все зарегистрированные пользователи вручную. Фальшивые пользователи и попыток мошенничества строго запрещено. Маркеры десантирована будут распределены до 5 мая. По 5 мая. Вот. Такой вот аирдропчик. Значит, вы далее нажимаете присоединиться, и тут имя, адрес электронной почты, Facebook, ссылочку на Facebook, ссылочку вашу на Twitter и Ethereum адрес. Галочку «Я не робот». Ну, капчу разгадать, нажимаете «Зарегистрироваться» и попадаете в кабинет. У меня уже 261 монета токенов этих. Это будет ваша партнерская ссылочка. Ну и здесь вот следовать всему, как бы, да, у вас тут будет. Вот я в Twitter зашла, на Facebook, вставила свой юзернейм, логин этого телеграма. И здесь тоже телеграмма, везде все присоединилось. А здесь можно поделиться. Вот. Давайте здесь уже можно перевести на русский. Значит, у вас есть 261 токен. Так, и действия ниже, чтобы получить больше жетонов. Так. Ну, вот эта ссылочка. Так, примечание. Наше программное обеспечение обнаруживает обман и дисквалифицирует вас. Если вы это сделаете, не рискуйте. Вот. Ну, вот и тут присоединиться к телеграмму. Вот такой вот аирдропчик. Кому интересно, я свою ссылочку оставлю под видео. Где-то я читала, что это только до 24 апреля, потому что нужно вот спешить. На этом все. Всем удачи, больших заработков. Не забываем подписываться на канал. Пока-пока.